конкурс. Дети читают стихи. Автор стихотворения Эдуард Осадов. «Чулочки». Исполняет Поздеева Елизавета, 9 лет. И шестерляне на рассвете, когда еще белела мгла, там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели им раздеться и стать этим ко рву спиной. И прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять не дядя, не осуждая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя трехлетней девочке в глаза. Чулочки тоже смятением на миг эсэсовец объят. Рука сама с собой с волнением только пускает автомат. Он словно скользнул взглядом синим. Кажется, он в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, смятенно сильно произнес. Охвачен он невольным дрожью. Проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не может. Но дал очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, чтоб если дочка вот здесь, вот так твоя легла. Ведь это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек, не просто немец, либо ты зверь среди людей. Шагал эсэсовец Брюно, с земли не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума мозгу отравленно зажглась. И всюду взгляд скроется синий, и сердце слышится опять. И не забудется по ним чулочки, дядя, тоже.